Здесь кто-нибудь есть? Что за... Вот, блин, дверь закрылась снаружи. Похоже, я в западне. С виду это был обычный подвал соседа. В нем было, как обычно, куча коробок, большущая стиральная машинка и просто огроменный бойлер. И он, кстати, работал. Как же здесь темно. Фонарик мне бы сейчас точно пригодился. Жаль, что я его тогда уронил. Какая странная стиральная машина. Тайник в стиральной машине? Это просто гениально. Неужели сосед тайный секретный агент? Такие тайники я видел только в фильмах. За дверью была еще одна комната. Там лежал матрас и куча еды. Что за... Окна, выходящие на улицу из подвала? Это же эмуляция. Это не настоящие окна. Ну-ка. Я так и знал. За окном была простая картина, подсвеченная прожектором. Обычно так делают для того, чтобы скрыть местоположение человека, который находится в комнате, чтобы он был дезориентирован. Да и просто, чтобы не сошел с ума в закрытом помещении. Очень много еды. Значит, человек пробыл здесь довольно длительное время. Но где же сейчас он? И кто он? На тот момент я даже не представлял, насколько огромен этот подвал. Но вы только представьте, большая комната внутри подвала, помещение внутри помещения. У меня такое ощущение, что это не подвал, а какая-то лаборатория. Очень мрачная лаборатория, где проводили какие-то исследования над людьми. О, магнитофон. Ладно, надо его выключить, а то вдруг сосед услышит. Куча канализационных труб, словно паутина. Там был электрический щиток, подсвеченный красным светом. Вначале я не понял, за что он отвечает. О, отлично, здесь есть шкаф. Значит, будет возможность куда спрятаться. Эта дверь заперта. Рубильник не работает. А, так он идет к этому электрощитку. Отлично. Прежде чем двигаться дальше, я решил подглядеть замочную скважину закрытой двери и посмотреть, что же там. Еще одна комната? Сколько же их в этом подвале? Телевизор, диван. Может быть, это не лаборатория, а какой-то бункер? Так как у меня не было фонарика, я решил воспользоваться телевизором. Не знаю, чем я думал. Блин, я с этим телевизором как беременный. Не, с ним не вариант. Надо сбросить балласт. Еще одна дверь. Похоже, что эта дверь ведет в ту же комнату, что и предыдущая закрытая дверь. В этом подвале есть все, что необходимо для проживания. Чем дальше я заходил в этот мрачный подвал, тем больше он становился. Мне казалось, что он бесконечный. Как же я ненавижу такие манекены. Это не подвал, а лабиринт какой-то. Да неужели? Открытая дверь. Душ. Раковина. Это... ванная комната? В ванной была еще одна дверь, которая вела в соседнюю комнату.
На тот момент я понял для себя, что нужно открывать все двери, которые открываются. Это будет для меня некий ориентир, что я здесь был, потому что потеряться в этом подвале действительно можно было. О, да я здесь был же. Так, а что у нас здесь? Этот подвал начинает меня очень пугать. Мне кажется, что я здесь буду блуждать вечно. Да вы шутите? Это же фонарик. Наконец-то. Он словно лежал здесь и ждал, когда же я приду за ним. Найдя фонарик, я обрадовался, потому что я наконец-то смог полноценно перемещаться по темному подвалу. Бейсбольные автоматы? Зачем так много? Ё-моё, кажется, сосед спускается. Долбаные ведра. Блин, плохо, тело надо прятаться. Я слышу, как он где-то вдалеке ходит. Кажется, я добегался. Неужели я потерялся? Что это? В тот момент, когда я услышал, что сосед спускается в подвал, я очень боялся наткнуться на него. Я даже не мог себе представить, что он со мной сделает, когда меня поймает. Открытые двери. Я здесь был. Да, эти огромные камни, я их помню. Возвращаться обратно очень рискованно. Есть вероятность, что я встречу соседа. Нужно двигаться туда, где закрыты двери. В одном из помещений подвала я обнаружил перебитый кабель питания. Этот кабель питал электрический замок, отпирающий ворота. Изучив весь подвал, это было единственное место, где я еще не был. Блин, мне нужно туда как-то перебраться. Ого, да я прям терминатор. Да блин, закрыто. Блин. Есть у меня одна идейка, как туда попасть. Но она очень рискованная. Но что делать? Кто не рискует, тот не пьет квасок. Я собирал вещи со всего подвала и стаскивал их к этим воротам. Сосед, узнав, что я проник в подвал, начал ставить камеры и капканы. Вроде ушел. Так.
Еще чуть-чуть. Нужно быстрее сделать эту башню из коробок. На тот момент у меня очень дрожали руки, и поставить ровно коробки я не мог. Блин, эти коробки такие неустойчивые. Вот бы сейчас скотч. Замотал бы их. Ну же, последний рывок остался. Поставить телевизор и стул. Обычно, когда все шло к финалу, у меня шло все наперекосяк. Блин, сосед идет. Да, у меня получилось. А что дальше-то? Так, кажется, генератор надо включить. Есть! Двери открылись. Нужно теперь вернуться и обойти все это. Наконец-то! На этой двери написано, что это выход. Мама, спасите меня! Чё за шуточки? Замки! Откуда они? Нет! Какого? Где я? Где мой башмак? Дырявый мой носок.